То есть вы взяли и создали нового динозавра? Не самая лучшая идея. Главного актера картины «Мир юрского периода» Криса Пратта решают проверить пранкеры, привык ли он к динозаврам за время съемок фильма. Для этого шутники узнают маршрут Криса и расставляют на его пути камеры, а двух людей наряжают в костюмы древних ящериц. Итог этого эксперимента... О, черт! Действительно ли Пратт чуть не словил сердечный приступ, или это просто очередной промо к вышедшей картине, неизвестно. Но понятно одно, ролик за два дня набирает на YouTube 1,5 миллиона просмотров.